Короче, по обстановке рассказываю. Сейчас снимаем новый выпуск «Бар в большом городе». Скоро все узнаете. Скоро выйдет выпуск, будет очень смешно, так что ждите. Вот. А я вот так почти соскучился по вам. Так, родные мои, очень срочно, завтра будет эфир на Радио Energy. Не пропустите, я дам свое интервью, буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на аккаунт ребят и пишите ваши вопросы под их последним постом. Где я? Вот, да. А я буду на них завтра. Сними что-нибудь с Тарасом. Родные, скажу честно, мне предлагали сняться в большом проекте. Не знаю, говорили ли об этом ему, но я, естественно, отказался. Я не такой человек. Это неправильно, когда ты расстаешься, лезть в личную жизнь прошлого человека. Это очень не... Вы все знаете, какой я человек. И если бы я так сделал, то, родные, я просто опустился бы, наверное, вот дно днищенское. Знаете, если я так сделаю, просто уверенно возьмете и отпишитесь от меня нахрен. Ну, я бы сказал другим словом, но запретили. Вот, только дно может так сделать. Че, соскучился по папе, да? Соскучился? Интересно, соскучился. Блин, что-то устал, если честно, за сегодня так. Красавчик? А, красавчик? Ложимся спать. Время уже 10. Все. Ты мой сладкий, морда мне. Так вот, под ручку и спать. Теперь только так вдвоем с ним. Ну что, кого я тут поздравляю? Такой грандиозный праздник. Красота какая! Я тебя поздравляю. Евровидение. Да, между прочим, на Евровидение. Скоро поедешь ты от Армении. Вы сами все слышали. Вот подарить песню, в которую можно просто потанцевать, отключить мозги и веселиться. Вот. Но в последнее время у меня все-таки больше, как и раньше, я начинал все-таки больше с лирики, поэтому я сейчас вернулся в свой жанр. У меня вышла недавно песня «Обнулил у нас». Что за красотка такая, а? Скучала? Я соскучился. Красотка наша. Самое главное, стесняшка. Стесняешься? Ну, тебе понравилось все? Песня классная? Сюда, 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 к папочке, малыш! Малыш! Вот он скучал. Все, папа дома, я тебя очень люблю. Все хорошо? Батя дома. Ты мой. Родные, представляете, мне только что Иван подарил 2 золотых чехла, один с собачкой Ричи, другой с Роль. Блин, просто спасибо большое, это очень приятно. Это сделано было в душе. Давайте один из них я разыграю своим подписчикам с Ролексами, да, либо с собачкой. А у нас, между прочим, через 30 минут видео на Ютубе! Да, новая, офигенная, классная, просто отвал бомба. Башки, да, просто бомба, крышу бомба сносит. У меня сейчас просто глаза вывод, вот все. И нас уже
Ютубе! Вот, вот, ссылка. Вот здесь прямо сейчас свайпай. Смотри, ну по традиции в начале ролика, родные мои, ставим лайк. Если не понравится, потом можете убрать. Ну, вам точно понравится. Ну, там что... мы вам все расскажем. Да, все, все расскажем. Всю правду, что знали, что не знали, ну там просто... Так, а сейчас Новосибирск. Мы близки к солдауту. Последние билеты остались. Все, кто хочет попасть на концерт 19 марта, на мою днюху, на самую лучшую, которую мы будем куражить, вот ссылка. Прямо сейчас свайпай. Последний шанс попасть на мою днюху. Свайпай, бери свой билет. Футбол целый праздник, потому что снова два матча 1/8 Лиги Чемпионов. Ливерпуль против Лейпцига и ПСЖ против Барса. Ребят, если кто-то будет ставить, делать это только с надежным букмекер OneX. Скорее свайпай по промокоду DAVONO 6500. Готовимся к живому концерту в городе Новосибирске. Это будет просто максимально душевно.